Сына? Привет, пап! Я вчера с корпоратива вернулся, все нормально было. Да? Ты мне даже уроки помогал делать. О. Мне задали написать песню про школу, а ты мне там исправлял, зачеркивал. Ну и как, понравилось? Да, директору понравилось, участковому понравилось. Детский психолог тоже заинтересовался. А ну спой папе. Это песенка про нашу школу, где счастливо растет детвора. Мы в нее ходим с тайкой веселой, но зараза в 8 утра. Я от хавки в столовой худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место, но носить при себе лучше нож. Вызывают родителей в школу, я что, лифт, чтоб меня вызывать? Я не стал мусорам дядю Колю и на шторы не буду вставать. Все вокруг унижают и прешут, я запутался к черту в судьбе. Эх, пойду и в спортзале повешусь. Валентин Иванов, 3Б.